От Анджелины Джоли глаз не отвести. Рядом супруг и не менее знаменитый Брэд Питт мирно соседствует с Григорием Лепсом и Владимиром Высоцким. Среди селебрити себя нашел и один из любимейших актеров Самары, заслуженный артист России Олег Белов. Я очень не люблю себя на фотографиях. Это моя самая любимая фотография была, потому что я сам здесь, вот я говорю, это одна из немногих фотографий, где я себе нравлюсь. Портреты актера, а теперь и художника Юрия Землякова давались трудно с технической точки зрения и легко с творческой. Образы приходят отовсюду. Здесь и родные дочка и внук, кумиры мирового кино Ричард Гир и Ален Делон. Есть и близкие по духу актеры-легенды. Например, вот Миронов, он такой бурлеск, он всегда такой праздник на сцене. А здесь вот я нашел портрет, где он задумчив, где он грустный такой, вот. То есть человек ушел в себя, в свои мысли, и мне вот захотелось именно это передать. Эти портреты далеко не все, что написал Юрий Земляков, только то, что удалось уместить в выставочном фойе. Работа продолжается каждый день, в свободное от актерства время. Марианна Мирная, Максим Гусев, События.